Dieses Video entstand, nachdem die Schülerinnen und Schüler der Nazarbayev Intellektuellen Schule für Chemie und Biologie der Stadt Almaty und Studentinnen den Hund Zhuchka bei der Heilung nach der Verletzung unterstützt hatten. Anfang Juli dieses Jahres wurde der Hund in die Tierklinik Vera gebracht, wo er fast einen Monat geheilt wurde. Der Chefarzt der Tierklinik hat auf die Fragen rund um die Tiere gern geantwortet. Здравствуйте, меня зовут Недаль Ясирович, я являюсь главврачом ветеринарной клиники Вера. Вот, мое основное направление – это хирургия, ортопедия и неврология. Профессию ветеринара я выбрал 8 лет назад. То есть в моей жизни просто было большое количество животных. Я жил за городом, и у нас было большое хозяйство. Тем самым, скажем так, я решил, что буду помогать животным. В начале карьеры, когда я обучался в университете, были мысли о том, что, скорее всего, я что-то делаю не так, либо я ошибся с профессией, но когда я начал свою практику, когда я начал работать ассистентом, вот я понял то, что ошибки в этом нет. Стаж работы уже 7 лет, практики, начиная с того момента, как меня взяли на работу ассистентом. Из самых необычных случаев, то, что помогло животному, это застарелые переломы двух лап костей предплечья. То есть мы исправляли вальгусную и варгусную деформацию и поставили животное на ноги заново, чтобы он мог передвигаться на всех своих четырех лапках после автотравмы. Да. Из домашних животных мое основное направление – это кошки и собаки. Были случаи, когда мы проводили операции белкам, домашним крысам. Из самых необычных и экзотических животных – это были кошки каракалов. Вот это максимум, что было из экзотики. Вообще, ежегодные профилактические осмотры требуются каждому животному, несмотря на то, что даже он живет на улице, в квартире, либо совсем не выходит. Это делается с целью того, чтобы мы могли посмотреть животное, провести все профилактические исследования в виде общего биохимического анализа крови, рентген и УЗИ по состоянию питомца. Так как наши животные не могут с нами разговаривать и говорить, что их беспокоит, что болит. Из необходимого это обязательно обработка против блох, клещей и глистов, то есть ленточных круглых паразитов. Далее это своевременная вакцинация с целью того, чтобы животное не заразилось каким-либо видом инфекции. По поводу кормления, кормление выстраивается непосредственно индивидуально на каждое животное. Какому-то виду животного подходит натуральное кормление, которое сбалансирует полностью врач-диетолог. Некоторым животным прописываются специальные диетические корма ветеринарного направления с целью того, чтобы обеспечить качество и комфорт жизни питомца. Так как культура животных настолько набирает обороты, скажем так, ошибок очень много, люди еще мыслят по-старому, что в целом это животное, зачем его вакцинировать, зачем его лечить, зачем его обследовать, просто... Это любимая фраза, 30 лет назад так не делали. Зачем делать сейчас так? Первое, это, конечно же, обработки блох, клещей и глистов, потому что, ну, как-никак, мы контактируем с животными каждый день, мы берем их на руки, мы с ними фотографируемся, мы с ними даже спим. И если своевременно не обрабатывать животное против тех же самых ленточных круглых паразитов, мы можем заразиться от них даже там просто через одну и ту же подушку и через одну и ту же постель. То же самое касается блох, клещей и мусоедов. Ну и дополнительно, чтобы не рисковать жизнью животного, это своевременная вакцинация. Об этом я не устану никогда говорить. Бездомные животные – это очень частые пациенты, особенно после каких-то автотравм, гетерогенных ошибок, человеческой жестокости. В нашем мире хватает. Вот. С
служб спасения, к сожалению, у нас нет, но у нас есть добрые люди и зооволонтеры, которые могут откликнуться и помочь животным. В случае того, что делать после автотравмы, это рекомендовано самим на месте, лучше ничего не предпринимать, если там у собаки вывих, перелом, что-либо, сами ничего не вправляете, ничего не делаете, потому что вы можете усугубить состояние питомца. Питомца лучше переложить на твердую плоскую поверхность, постараться зафиксировать его бинтиками, либо веревками, либо просто какой-нибудь марлей и привести в ветклинику, чтобы дальше уже, ну, скажем так, ветврачи могли осмотреть, поставить диагноз и начать лечение. Стать чуть добрее к нашим четвероногим друзьям. В случае того, если мы видим кошек, собак, которые голодают, которые бегают по улице и нуждаются в пище, ну, хотя бы купить пауч какой-нибудь, там, влажный корм, паштет, дабы, чтобы животное не голодало. Ну, это мое личное мнение. По поводу чипирования, сейчас вводится законопроект с целью того, чтобы идентифицировать животное в случае того, когда животное просто убегает в дом. Чаще всего это, ну, собаки. Периодически кошки делаются с целью того, чтобы вы могли идентифицировать, прочитать данные с чипа и вернуть вашего питомца назад домой. На фоне этого решили, скажем так, развить этот законопроект, дабы всех животных, которые потерялись, вернуть своим хозяевам, а не оставить в приютах. Да, у меня есть два котика. Одного зовут Моисей, другого зовут Гарик. Вот, и все были с ветеринарной клиники забраны. Herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern, Freunden und Bekannten, die dem Hundjutschka mit der Heilung geholfen haben. Vielen Dank den Mitarbeitern der Tierklinik Vera. Werden wir gutherziger zu Tieren?